Регламент поведения необходим для государственных и муниципальных служащих. К такому выводу пришел глава Якутии Егор Борисов, посетив ряд федеральных и муниципальных ведомств, предоставляющих услуги населению. Где больше всего очередей, на что жалуется население и за что глава республики отчитал одного из чиновников в нашем следующем сюжете. В паспортном столе посетители жалуются на формальные отношения чиновников. Каждый день выписывают новое объявление. Один день приходишь написывать. Те, кто сдал с 14 по 15 и позже, в очереди не стойте. Сегодня прихожу уже с 15 по 16 и позже не стойте. По техническим причинам. Паспорт получить вообще невозможно. Глава предлагает организовать электронную очередь, которой здесь, как оказывается, нет. А более современного нельзя делать? Не, ну заявки сделаны уже на электронную очередь. Управление Росреестра, несмотря на наличие электронной очереди, народу тоже много. Выслушав посетителей и работников службы, глава предлагает усовершенствовать порядок приема, отделив окна юридических лиц от приема населения. В свою очередь, представители Росреестра сетуют на большой объем работы и причиной отказов при регистрации земельных участков называют ответы, поступающие из департамента градостроительства Якутска. Егор Борисов решает лично проверить, по какому конкретному заявлению гражданина был принят отрицательный ответ, и звонит специалисту этого департамента. Это звонит Борисов Егор Афанасьевич, глава республики. В последней неделе сколько было звонков от регистрационной палаты? Не удовлетворившись ответом, глава направляется в ведомство. Каждый документ, который сюда на стол попадает, это человек, вот за этой бумагой человек находится, понимаете или нет? Да. Но тогда почему такое отношение? Вместе с Егором Борисовым по ведомствам прошлись представители министерств и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Такие вещи, как вот эти вот незапланированные, внезапные рейды, да, все вот это в целом оно должно поменять существующую систему. А как сообщил глава республики, обсуждение этой темы будет продолжено сегодня на специальном совещании, по итогам которого будут приняты конкретные решения. Туяра Филиппова, Вадим Гангевич, НВК Саха, Якутск.